Друзья, всем привет! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня готовим куриные голени. Жарить мы их будем на сковороде. Рецепт простой, но очень вкусный. Подойдут также окорочка, куриные бедра, куриные ножки. Продукты, которые нам понадобятся, вы видите на своем экране. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Курицу я помыла и обсушиваю ее бумажными салфетками. Обрезаю лишние жирочки и лишнюю шкурку. Затем куриные бедра солю, перчу, посыпаю сушеным чесночком, можно выдавить свежий чесночок. Свежий чесночок я добавлю позже. Добавляю специи. У меня здесь смесь всяких специй, перцев, немного похоже на специи корейской моркови. Я добавлю 2 чайные ложечки, я их очень люблю. Добавляйте те специи, которые вы любите. Можно добавить также базилик, кориандра. И добавляю 1 чайную ложечку паприки. Взбрызгиваю растительным маслом примерно 3 столовые ложечки добавлю. И все хорошо тщательно перемешиваю прямо руками. Как бы втираю специи в курочку. Куриные окорочка отставляю, пусть они у нас промаринуются хотя бы минут 15-20. И пока займусь подготовкой других ингредиентов. Нарезаю лук. Нарезаю лук-шалот. Лук-шалот придает очень вкусный аромат любому блюду. Подготавливаем несколько зубчиков чеснока и мелко нарезаем зелень. Затем на сковороду наливаю растительное масло. Добавляю 30 грамм сливочного масла. Куриные голени у нас уже промариновались. Выкладываю их на сковороду. И буду обжаривать их на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки. Примерно минут по 5 с каждой стороны. Куриные голени у меня обжарились хорошо со всех сторон. Это очень важно, так получается намного вкуснее. Посмотрите, какая красота. Сковороду я выключила и перекладываю их в отдельную емкость. И в эту же сковороду добавляю лук и обжариваю на маленьком огне. Огонь уменьшаю до минимального и добавляю 500 мл сметаны 20% жирности. Можно любой жирности. Все немного перемешиваю. Сметану подсолю. Подперчу. Выдавлю 3 зубчика чеснока. Еще раз перемешаю, добавлю петрушку и немного кипятка. Кипяток добавляйте по вкусу до желаемой вам консистенции. Я добавляю немного. Я предпочитаю добавить побольше сметаны и поменьше кипятка. Ну сколько? Я добавила примерно 100 миллилитров. И в наш соус выкладываю опять курочку. И на маленьком огне продолжаю тушить курицу в течение 15-20 минут под закрытой крышкой. Минут за 5 до приготовления посыпаем зеленью.
20 минут прошло, куриные бедра полностью протушились. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться еще минут 10-15 под закрытой крышкой. Друзья, куриные голени, приготовленные по такому рецепту, получаются очень-очень вкусные. Я думаю, вы сами видите. Очень сложно передать запахи через видео, но пахнет это просто обалденно. Сервируем нашу курочку. Соус получился замечательный. Такую курочку стоит приготовить обязательно. Вся семья останется довольна и сыта. А я всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита. Не забудьте подписываться, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч!